вас сегодня можно. Ну, пускай клоун ходит. Нравится ему ходить. Как с маской Путина. Нет, ну ты это там, тысячи человек собирали. Мне надо снимать. Я даже боюсь приближаться, потому что хватает, в том числе и с камеры. Ну вы скажите, что с камеры отпускают. А где Пенчик, Саша? А где специальная курточка? А Вишнева? Законодательство. Она права, горилка, вон фас. Пацаны, мне бойцы стоят, строятся. А вот их подписи. Где строят подписи? А где строятся-то? Блин, здесь строятся. Блин, да, все. Нормально. А как вы думаете, Путина арестуют или нет? Конечно. Кто меня арестует? Посмотри, у меня охраны сколько. Кто вас знает, вы же памятник, да? Вот кто-то умный довел ситуацию до абсурда. Вот это показывает. Вот Саша, Омск, Амбо, Дорога. Нет, ну в тирании, в условиях тирании может кто-то смеяться. Или свое мнение, или свое. Не записываешь. Нет. Или свою маленькую дому покажешь. Вот. Да, ну, я говорю, что это все равно территория свободы. То есть, если ты с портретом Путина, уже территория свободы. У меня когда-то была история, если вы помните, первая демонстрация была, когда повесил у этого собора Святой Екатерины, там, Путина демонстрация. И она начала с портрета Горбачёва. Надо, что не бояться? На родину! Это вот как дебилы наши! Вас в автозак отправят или нет? Я нарушаю требования закона и общественный порядок. Не поддавайтесь на природу провокации. Ну, 1000 человек в масках Путина приходят на собрание. Все. Их никто не забирает, мне кажется, это нормально. Классный флешмоб. Ну, похоже, да. Тут уже какой день продолжаются народные гуляния, на самом деле. Водят хоровод с ОМОНом. Тут как бы весь... Забрали, не надо. Маску отберут, а то отберут самое главное. Приходи потом. О, волосатенький. Поправился! Курёвый пришли. Ну, давай, против меня. О! Слушайте, а похож. Ой, ну все против партии Жуликов воров? Все? Нет. А кто не против? Вот против этого это точно, да. Топец, что ли? Ну, выдает. То есть вы, Владимир Владимирович, против партии Жуликов воров? Конечно, однозначно. Кучка справа, кучка слева. Навальный ваш герой? Кто герой? Навальный, это ваш конечно, герой? Конечно. Да, чувак. Конечно. Столько бабла спас. Не распилить не успели. Можете сфотографироваться? Да, конечно, иди сюда. Иди, мой лопарат. Игорь! Да, снимай. Игорь! Ага, давай. Навального. Заберут же, ну! Пока не забирают. О, извини, брат. Это мой лопарат. Вот так. Я героев расту. Слушайте, но вы нам дали территорию свободы, Владимир Владимирович. Да. Несвободное государство, в ситуации в чрезвычайное положение, вы подарили людям минуты свободы. Я подарил бы радость. Ну что, ну что ты? Ну дару!
чем ты крутишь Шварценеггера буду? Да индивидуально. Ну вы за демократию или против? Игорь, иди сюда. Товарищ Путин, вы за демократию или против? Какой демократии? Путин, вперед! Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо огромное. Они за мной идут. Вы хоть вас не арестовывают. Почему вас не арестовывают? Ему арестуют. Полиция категорически отдаляется, вас арестуют. Я вам показал пример. Ну действуйте, действуйте. Я вам показал пример. Все. 10-го куда придет? Народ, ваш показатель. Интернет, звезда пленительного счастья. Россия спрянет это сно. И на обрывках самой власти напишут наши имена. Вы помните, кто написал? Молодец. Публичное мероприятие проводится с нарушением требований статьи. Генеральный это за ноги, что ли? Премьер-министр России. Задерживали или никогда? Нет, не задерживали. Ну, петербуржец? Да.